ФНАФе главная задача была напугать. Именно поэтому аниматроники были сделаны в меру страшными. Но то, что вы увидите сегодня, может вас шокировать. Все же знают реальный прототип ФНАФ. Пиццерия Чак и Чиз. Если не знаете, кто это, то вот краткая информация. Так вот, вчера мне в рекомендации попало странное видео, на котором чувак, который снимал кладовку, в которой были сломанные аниматроники из Чак и Чиз. Вот это видео. Okay, open the curtains. Okay, this is Rob the Wolf saying thanks for using the show selector. And we'll be happy to do the selection that you've chosen today. And remember, we do work on tips only. So if you'll just come up and pad Rolf's tip jar here, I'll see the rest of the guys get their share. And, Rob, we're not supposed to be trying to get tips from people, folks. Ladies and gentlemen, we do these shows for free. We do whatever show you want us to do for pushing the buttons on the show selector. Earl, I'm sure they'd be happy to tip us. Rolf, come on, can it, bruh? У меня по телу пошли мурашки. Пишите в комменты, кому было страшно, потому что мне немного было страшно. Кстати, вот этот канал, ссылка в описании. У меня после увиденного есть несколько вопросов. Где автор все это снимает? Кто их здесь оставил? Зачем он их реставрирует? Кстати, насчет реставрации хочу сказать, что есть видео, где он их реставрирует, поэтому я и задал такой вопрос. Если вы знаете ответы на эти вопросы, то напишите их в комменты, я буду очень рад. Ну а с вами был я, Шелтер, всем удачи и всем пока!